Расследование уголовного дела в отношении водителя, который подозревается в угоне автомобиля и причинении насилия представителей власти, завершил Следственный комитет. Как сообщили в управлении МВД, в дежурную часть поступило сообщение от граждан о том, что на улице Маяковского они заметили автомобиль. В нем, предположительно, находится нетрезвый водитель. Машину «Черри Тига», которую водитель угнал у родственников, обнаружили инспекторы ДПС. Полицейский подбежал к машине и попытался открыть дверь. Однако водитель надавил на педаль газа и протащил сотрудника. В результате тот травмировался. Расследованием занимался Следственный комитет. На данный момент специалисты собрали достаточное количество доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд. Участковые в Вологде помогли пожилой женщине. Как сообщает сайт управления МВД, 80-летняя женщина упала с ходунков и не смогла подняться. Мольбы о помощи соседи не услышали. Голос привлек внимание полицейских, которые делали поквартирный обход. Участковые нашли телефон родственников, связались с дочерью, привезли к квартире, попутно вызвали скорую. Благодаря грамотным действиям полицейских, женщине была своевременно оказана медицинская помощь. Сотрудники ГИБДД инспектируют улично-дорожную сеть и уже выписали несколько предписаний коммунальным службам. Последние формируют снежные валы на пешеходных переходах, тем самым закрывают обзор водителям. Из-за вала они просто не видят людей. К водителям обращаются жители домов реагировать на сообщения об уборке. Речь не только о проездах, так горожанка в социальных сетях отметила. Представители управляющей компании не могут сбить сосульки и почистить крышу. Между тем, при теплой погоде сосульки и снег на кровле начинают таять, вода заливает квартиры.